Погнали быстрее! Так, ребят, стоять! А ну вернитесь! Здравствуйте. Так, ребятки, а вы куда собрались? В батутный парк, дослип, там на батуты, на горочку. Самый большой батут – это мой. Да, я понял, только через полчаса он закрывается. А ничего страшного, нам хватит этого времени, чтобы... Мы за полчаса столько напрыгаемся, что устать успеем. Не-не-не, ребят, у вас там еще инструкцию пройти надо. Нет, вы не успеете, давайте домой. Да мы проходили эту инструкцию уже 100 раз. Мы ее наизусть знаем. Если завтра придете, напрыгаетесь, набегаетесь. Ну нам именно сегодня надо. Пожалуйста. Мы чуть попрыгаем, мы никому не скажем. Хорошо. Полчаса пройдет, и мы... Через полчаса, чтобы вас тут не было, ясно? Хорошо. Не будет. Ой, сорванцы. И все хотят побегать, попрыгать на батутах. Надо через полчаса проверить, чтобы их тут-то не было. О, как круто! Как здесь круто! Погнали на батуты! Быстрее! Быстрее! Наконец-то вот они! Ой, как это круто, ребят! Ого! Вот эта штука! Я хочу! Ребят, смотрите! Да елки-палки, она крутится! Как она будет? Пальсите! Пальсите! Елки-палки! Вика, преклоняйся! Ребята! Нет! Ребят, смотрите, подушка! Вау! Какая мягкая! Нет, все! Раз, два, три! Супермен! Вик, давай ты попробуешь! Давай, сейчас раз, два, три! О, ребята, я придумал! Смотрите, боковой батут! Офигеть, Никит! Ребят, это круто! Я хочу еще прыгать! Пока мы там прыгали, мне в голову пришла гениальная идея. А вот и моя идея. Я, короче, притащу этот туфик и ударю ребят. Сейчас. Главное, чтобы они не видели. Света! А ну отдай свою голову! Не отдам. Это моя голова. Ну что, готовы? Опа! Вау! Отдайте мне эту... Нет, один! Нет! Ну все, вы доигрались! Ха-ха, лосик! Тихо, бежи! Ну не значит, да? Опа-на! Все, Асалил, теперь ты водишь! Иди сюда, сейчас я тебя догоню, блин! Теперь я буду, ну держитесь! О, погнали туда! Я сдаюсь! Никита, я иду к тебе! В смысле сдаешься? Кто нас догонять будет? Сейчас! Вау! Ну что? Никита, быстрее ко мне! Окунемся мне в зубы! Я упал! Никита, снаряды, пошли! Ого! Ну что, Маугли, готов к боевой атаке? В смысле? Я Маугли! Вы, блин, тут два Маугли, идите сюда! Запускай! Нет! Никита, быстрее! Сейчас я вам устрою тоже! Не крывай! Пошла боевая артиллерия! Я что вам, бургер какой-то? Идите сюда! Сейчас я выберусь отсюда! Точно, она же бургер! Так, все, закрываемся. Пойду посмотрю, все ли вышли. Так, зайчики-попрыгайчики, батутный центр уже закрыт. Все, выходим на выход. В смысле? А что, 30 минут уже пролетело? Ага. Я думала, минут 10 прошло. А можно нам еще 5 минут? Товарищ охранник, мы еще трассу не прошли, пожалуйста. 5 минут буквально, и мы уйдем. Максимум 10. Да, а лучше 10. Да, а лучше вообще 15. Так, какие 5 минут? Никаких 5 минут. Все закрывается, трасса закрывается, свет сейчас вырубаю. Выходим, давайте. Да ну, ребята, вот вы тоже заметили, что... Тут когда тебе прикольно, время просто быстро летит, как переменка. Ну а что делать? Ну пойдемте домой. Охранник же сказал. Ну пойдемте. Вот он зануда.
все. Да вообще. Как говорила моя учительница по физкультуре, и раз, и два, и закончили. Так, кенгурятки, выход в той стороне, выходим. Так точно. Сырник вредный. Бе-бе-бе. До свидания, а я пойду обход делать. Прыгать дальше не так. Так, ну вроде никого. Это моя работа, надо проверить, вдруг кто спрятался. Ну что, просто так отсюда что ли уйдем? Конечно уйдем, там же охранник. Что охранник? Ребят, мы просто так сдадимся, пойдем домой и не будем прыгать на батутах? Ну да. Да. У меня есть гениальная идея. О, знаю я эти твои гениальные идеи. Они ничем хорошим не заканчиваются. Да, может, реально домой? Вы же слышали, что охранник идет проверять арену? Ну да, и... Ну так это там, где батуты. А там еще есть огромная полоса препятствий. И там у нее другой вход. Другой вход? Угу. Погнали. Только, ребят, тихо, аккуратно. Вы что, готовы? Да уж не стоит, ребят. Тихо, тихо, давай, давай. Кенгурятки. Вроде никого. Но дети же, они такие хитрые, они могут спрятаться. Да вроде никого нет. А вдруг он нас палит? Кажись, вот здесь сейчас идет. Самое время. Ребят, это убираются, да? Ну им попасться тоже неохота, мало ли они расскажут. Она отвернулась. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Вон он! Почапали, почапали, почапали. Нам туда? Да. Пулянитесь. Тихо. Посмотрите. Мы обязаны ее пройти. А как мы тебе ее пройдем? Она выключена. А как ее включить? Вот именно, как ее включить? Ребята, шухер. Шухер, хватит. Да куда куняйся куда-нибудь? Я вот туда. Так, ну вроде никого нет. Ребята, я на самом деле сам очень люблю прыгать на всех этих батутах. И вот за мной прям стоит полоса препятствий, которую я никак не могу пройти. А я хочу быть сильным, ловким, мощным охранником. Пойду тренироваться. Удачи мне. На самом деле, эта полоса препятствий включается через планшет. Вот я сейчас пойду как раз и включу его. Так, вот он наш планшетик. Но перед этим надо размяться. Так, планшетик. Так, это мне помешает. Ребята, это мы самостоятельно не повторяем. Полосу препятствий нужно проходить подготовленным, а я подготовленный. Это вообще что такое происходит? Блин, парк же закрыт. И чего тут, блин, ты теперь собрался? Так, планшет с собой берем. Что-то я забыл. Обувь снять забыл. Точно. Аккуратненько поставим. Ой, мне чуть не запали. Так, сейчас мы запустим нашу трассу. Как это у нас тут делается? Так, приложение. Нажимаем, нажимаем. Опа! О, заработало. Он оставил планшет. А через него он включил эту трассу. Надо быстрее, быстрее, быстрее. Я спалил. Через планшет. Ну а где мы тебе планшет возьмем? А я его взяла, ребята, вот он. Так это получается, мы можем сейчас охраннику усложнить дорогу. Погнали быстрее. Давай, давай. Давайте.
Погнали туда на старт! Быстрей, быстрей, быстрей! Вон он! Какая сложная трасса, но я пройду ее! Я смогу! Я ловкий, я сильный! Слишком трусы проходят эту трассу, надо ему усложнить. Ну давайте попробуем. Вот сюда нажимаем. Уровень хард подходит. О, смотрите. Да, это легкотня. Или не легкотня. Ну-ка, ну-ка, извините. Ага. Все, пойдем. Вот так его убил. Вы видели? Он не смог пройти. Надеюсь, никто не видел. Я же один, точно. Так, я смогу, я пройду. Так, а дальше легкотня вообще. А смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я же говорил, легкотня. Он это прошел? Ничего себе, блин. Ну, какой-то подготовленный такой паркурист, наверное. Ну-ка. Так, а это препятствие я не проходил. Так, это мы обойдем по военной хитрости. Так, ну я же сильный, я смогу, я справлюсь. Помогите! Помогите! У меня кружится голова, кажется. Он упал. Не надо. Получай. Подождите. Я же не включал это препятствие. А почему оно включено? Так надо его выключить. Подождите. Сейчас я сориентируюсь. Так, куда выходить-то? Извините. Сейчас. И... Ой, голова кружится. Ребята, он же планшет ищет, надо вернуть до места. Ты где его взяла? Да подожди, Света, он сейчас там пойдет. Вот он там лежал, ботинок. Пойдемте быстро. Ой, что-то сложная трасса какая-то, надо убавить сложность. Так, где мой планшет? Быстрее. Вот. Сюда. Так, а здесь мы сократим путь. Так. Вот так вот. Вот он мой планшетик. Текс. Так, а почему оно на максимальной сложности? Ха, вот почему я не мог пройти так легко. Ага, ну вообще-то же я молодец. Надо отдохнуть. Сейчас чайку попьем. Байк этого черного. А потом можно еще раз пройти трассу. Тренировка прежде всего. Ребят, он ушел. Уходит. Скажите, когда уйдет. А то я боюсь. Света, ты главное не спались. Да не спались, все нормально. А какой ловкий. Чай-чаек, чище, чай-чаек, чаек домашний горячий. Запарился. Ничего, сейчас передохну и еще раз трассу эту осилю. Он ушел! Я оставил пульт управления! А это значит, что мы сейчас круто проведем время на этой трассе! Сейчас настрою! Или что-нибудь для новичков ставь! Угу. Все-таки в первый раз! Неужели вы готовы? Чур, я первая! Я первый! Я первая! А я вторая! Я уже пошел! Ребят, слушайте, я вот не понимаю, мы тут для вас стараемся, в такой крутой арене снимаем ролик, будем сейчас такую нереальную трассу проходить, а вы нам почему все дизлайки не поставили? Дизлайки? Свет, ты чего, дизлайков же больше вообще нету. Поэтому, ребят, ставьте нам лайки. Давай, ты первая. Я первая? Ага. Ну ладно. Так. Света, побыстрее. Да я стараюсь. Ух. Света, пожалуйста, давай, проходи. Я стараюсь. Самое главное, аккуратить вам. Давай, перехватывайся вон за ту. Да я пытаюсь, а я скользываю. Как же они тут крутятся. Так, Никит, я за тобой. Давай. Я прошел! Давайте! Сюда! Молодец, Вика! Вика, догоняй! А как мы прошли-то?
Блин, ребят, какая классная трасса. Давайте, давайте потихоньку. А как здесь? Ну давай я первая. Давай. Вот так вот. Я думал, здесь просто наступать надо. Давай, Вик. Да подожди, я вообще не понимаю, как эта трасса работает. Вы еще тут не были. Вика, ты чего там стоишь? А? Давай, Свет, еще чуть-чуть осталось, пару шагов. Я стараюсь. Легко тебе. Ой, ой. Я попробую чуть быстрее. Давайте. Ничего себе, ты быстро! Да, получилось, давай, Вик, так же! Ты ешь коротышка, я так не смогу! У тебя получится, главное делай, как держи я? Баланс! Свет, а ты вот так вот на четвереньках, да? Вот сюда ногу переставляй, сюда! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Пузом легче! Давай быстрее! Отлично, ты уже на половине пути! Ничего страшного, давай сразу сюда. Короче, догоняй нас, я пошла. А это как пройти? Я не знаю, ладно, давай я попробую. Давай. Главное на скорости, давай. Я думаю, быстро. На скорости! Давай, Света, догоняй. Я стараюсь. У меня получилось. Вика! Я вас сейчас догоню. Вика, давай! Сюда, давай! Вот это вообще это легкое! Какая она сложная, ё-моё! Мне кажется, это самое сложное испытание. Ты первый пробуешь? Ой, хорошо, как чаёк. Сейчас попью, трассу еще раз пройду. А может мне на видео снять, как я трассу прохожу, а? Круто же! Канал свой создам! Подписчиков будет много! Ха-ха. Лайки буду просить ставить. Да, и подписываться просить. Ха-ха. Главное долететь, в принципе. Ага. Ничего себе ты! Да. Света, давай! Я не могу! Посмотри, давай, не давай ты! Давай, нет. Давай ты! Света, я боюсь! Давай, давай, давай! Я не могу! Короче, я просто так сделаю! Так, я тоже попробую хотя бы, вдруг я дотянусь. Ты, ё-моё, Никит, как ты это сделал? А! Вот сейчас я зацеплюсь. Давай, забирайся. Ой, ё-моё, а это что такое? Осталось последнее испытание. Тихо, осторожно. Можно я вот тут? Тихо, аккуратно. Я боюсь. Нужно дождаться, пока она будет почти горизонтально. И прыгнуть. Вот, буду известным. У меня будет 10 миллионов подписчиков. И я буду первым, кто прошел трассу так быстро, ловко и так сильно. Ха, да. Прыгаем все вместе. Все вместе не получается. Вот. Да, все, ребята, давайте сюда. И Света, держись. Я держусь. Никита, помоги. А как я помогу? Прыгай, встань и прыгай. Я боюсь. Давай горизонтально, встань и прыгай. Давай, 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 давай. Света, прыгай. Я боюсь. Света, прыгай, держись. Давай, Света, мостиком, давай перебирайся. Вот, вот, давай, давай. Пытался помочь, не смог. А теперь моя очередь, да? Да! Я последняя! Я держусь! Почему она не двигается? Я этот голод не протяну! Почему на мне она так остановилась? Ты сможешь! Я сейчас упаду, почему она не двигается? Давай, прыгай, прыгай, прыгай! Куда двигаться? Быстрее, прыгай. Вот сюда, вот сюда прыгай, мы ее держим! А что там за шум? Крики какие-то, что ли? Я что, трассу не выключил? Кто там вообще ходит? Так, надо проверить, охрана я или не охрана. Молодцы! А теперь можно полежать, отдохнуть. И потом на второй круг. Чего? Нет! Вы что, разлились, а если охранник... Точно! Охранник же говорил, что он сейчас чай пойдет и придет опять тренироваться. И что нам теперь делать-то? Ну, нужно как-то обезопасить себя. Надо сначала спрятаться, нет? Ребят, что? Надо ловушку для него сделать. Пошли за мной! Точно, ловушка! Тихо! Света, а что за план-то? Сейчас, сейчас. Вроде все выключил. А ну стоять, кенгурята! Че? Ты что такое? Стоять! Держим! А ну стоять! Никуда! Бабу нельзя!
Стойте! Куда вообще спрятаться? Вот так и вот так сел. Тут он меня точно не найдет. Так. Нужно быстрее найти себе самое безопасное место, потому что я чувствую, что если он нас найдет, нам не поздоровится. Отлично! Это сюда, а я вот сюда. Ребят, как думаете, он меня не найдет? Черт, блин, куда прятаться-то? А, за эту штуку, может быть, нет. Да, блин, у меня спалит. Так, ёшки-кот. За эту горку сейчас и спрячешь, и надеюсь, он сюда не пойдет. Вот здесь, ребят, я спряталась. Я не понял, куда они делись? А? Так. Так, меня же уволят. Ребята, кенгурята, а ну выходите! Выходите! Ага, вот ты где! Нет их там. Ищи, ну где же они могут быть-то, а? Так. Вот ты где! Ну-ка, стой! Офигеть, ребята, он меня чуть не нашел. Ух, пронесло. Я вас поймаю, выходите срочно отсюда. Батутный центр закрыт, я сказал. Он, кажется, в другую сторону пошел. Ребят, пожалуйста, не палите мое место. Батутный центр закрыт. Да тут, наверное, никого не. Здесь, наверное, никого не. Никого нет. Попался! Нет! Попался! Нет! Да! Не уйдешь? Уйду! Вылезай! Блин, Никиту поймали! Я вам сказал, что батутный центр закрыт, а вы тут чего устроили? Прыгаете, я понимаю. А вы тоже вот там вон прыгали. А кто прыгал? Я прыгал? Да. Это вообще нельзя никому видеть, понятно? А я вот видел. Ну что, я уже сам ухожу. Конечно, сейчас вот я проверю, что ты уйдешь. Ты сейчас или никогда. Охранник, я здесь. Охранник. Стой тут, понятно? Никуда не уходи. Так точно. Стоять. А ну стой, нельзя прыгать. Прыгай! Стой! Ах, ты еще и дразнишься! Я тебя догоню! Погоди! Вика, быстрее, он нас нашел! Побежали! Давай! А ну, стой! Поймал! Ребята! О! Никита, Миху схватил! Бежим потом, чем придумаем! Ну все, батутный центр закрыт. Сознавайся, где твои сообщники? Я не знаю, мы просто прыгали. Ага, просто они прыгали. Стой. Света. Да мне скажи, пожалуйста, что мы сейчас делать будем? Ну что, сегодня не кофе? О, шарики. Погнали? Куда погнали? Погнали. Это наши боевые снаряды. Готово? Наверное. Заряжайся, целься. Ну все, сейчас запишем, что ты тут делала в закрытом батутном центре, как зовут тебя. Эй, это они, это еще двое, это твои подельники. Не надо, ребята, давайте закидайте его. Стоять, я сказал. Стоять, я вам сейчас покажу. Ну стоять, я вас сейчас поймаю. Ну что, точно. Пуфики! Стойте! Так, кто же вы? Вон вы! Я боюсь! Где Вика? Вика! Она там оставалась! Быстро за Викой! Пусть он! Ребята, я тут! А вон она! Прикрытие! Вика! Ребят, у нас только один шанс отсюда выбраться! Там где-то бегает охранник, а выход там! Сейчас быстренько, ну тихо выбегаем отсюда и валим! План отличный! Ребят, только осторожно! Их здесь нет! Значит, они в другой стороне! Вон мы где! Быстро, берем и валим! Пой. Я вам сейчас покажу! А твоя вон туда! Это же моя обувь!
Очень страшно. А самое главное, очень познавательный день. Нельзя быть в батутах, когда они закрыты. Быстрее. Ну, я вам. Надо больше тренироваться. Фух.